Всем привет, друзья. Ну что, зашевелился крипторынок. Наконец-то, как мы видим, биткоин пополз наверх, ликвидируя попутно шорты. Но что я хочу с вами сегодня обсудить, это что-то очень важное, ребята, поверьте. Поэтому обязательно ставьте лайк сразу же и подписывайтесь к нам на канал, если вы тут впервые и интересуетесь криптой. Ну погнали разбираться. Итак, мы с вами уже смотрели на вот этот график. Это трехнедельный таймфрейм, свечи Хайканаши и индикатор Market Cipher, он же VMC Cipher, который идеально нам здесь показывает, что мы сейчас находимся на дне цикла. Значит, почему так все? Давайте объясню. Значит, во-первых, свечи Хайканаши, они лучше показывают тренд, они реже меняют цвет, и, соответственно, с ними правильнее работает индикатор Cipher, потому что, смотрите, если мы включим обычные свечи, то мы видим, что здесь уже в первый раз было не одна, а целых три точки, которые могли нас запутать. Включаем обратно обычные свечи, видим, что точка одна. Сейчас объясню, почему вот эти цифры здесь написаны. Теперь смотрите, если мы включим двухнедельный таймфрейм, то тут то же самое, как на обычных свечах. Опять же, очень много ложных индикаторов, ложных точек. Но тем не менее, у нас, кстати, сейчас здесь по нему зеленая после красной точки загорается. И очень интересно RSI, посмотрите. RSI просто готов пересечься уже на двухнедельном таймфрейме. Вот прямо сейчас он пересекается. Типа как было вот здесь на 4К. Или где-то вот здесь на 300 баксах. Короче, смотрите. Поэтому в чем фишка-то? Мы идем от меньшего к большему, то есть к более старшему таймфрейму и отсеиваем эту шелуху, да, отсеиваем шум. Видим эти зеленые точки и понимаем, что это достаточно точный сигнал дна. Но, тем не менее, обратите внимание, почему здесь такие ценовые значения указаны? 230, 4К и 19. Это не абсолютное дно. Абсолютное дно у нас было там где-то в районе 190, да, там условно говоря 300, да. И куда мы там сейчас падали с вами? На 16К, да, примерно. Ну, от биржи к бирже это варьируется. Так вот, а выше это то место примерно, где загорелась зеленая точка. Понимаете? Соответственно, зеленая точка не загорается на абсолютном дне. Она загорается чуть раньше или чуть позже. И это, соответственно, чуть выше. Поэтому это я вам говорю о том, что 19-20К это все еще дно. Потому что сейчас происходит уже ложный закол ниже этого дна. Вон, опять же, если вы посмотрите на индикатор P-Cycle Bottom, то он сигналил все время чуть раньше, чуть выше, чуть раньше и чуть выше, чем дно. И он осигналил здесь, что это дно тоже. Как и много других вещей, которые мы обсуждали, тоже на это указывающих. Поэтому смотрите, что я хочу вам показать сейчас. В довесок к тому, что мы видели, убирая все эти рисульки, я вам хочу показать, ребята, абсолютно крышесноснейшую вещь. Мы здесь имеем дело с трехнедельной и месячной очень сильной скрытой бычьей дивергенцией, ребята. Смотрите, я вам напомню, что дивергенции бывают двух видов. Ну, основные, да, бывают еще там расширенные, но мы сейчас возьмем основные. Бывают обычная дивергенция. Вот, например, на трехнедельном таймфрейме у нас здесь обычная медвежья дивергенция. Посмотрите, огромное расхождение индикатора и цены. То есть обычная дивергенция — это когда осциллятор, то есть индикатор, не переписывает свой хай в отличие от цены. Если мы говорим о медвежьей дивергенции и, соответственно, наоборот, бычья дивергенция. Это, собственно, как на недельках у нас сейчас есть. Это когда осциллятор не переписывает свой лоу, в отличие от цены, да? Вот у нас сейчас с вами локальная бычья дивергенция. Вот, это обычные дивергенции. А бывают, друзья мои, еще скрытые дивергенции, которые являются, на самом деле, еще более сильными. Скрытые дивергенции — это обратно, когда индикатор переписывает пиковое значение вслед за ценой. То есть, вот медвежья, как вы видите, это когда индикатор растет выше, а цена не переписывает хай. И бычья, скрытая бычья дивергенция, о которой мы сейчас поговорим, это когда цена растет в долгую по низам, а индикатор падает. Посмотрите, индикатор переписывает свой лоу. О чем это нам говорит? Почему вообще эта скрытая бычья дивергенция на самом деле имеет гораздо большую силу, чем обычная, лично на моей практике? Смотрите, какой расклад, чуваки. Это просто крышеснос. Все говорят, все видят эту медвежью дивергенцию, никто не видит эту скрытую бычью. Смотрите, у нас с вами от предыдущего дна медвежьего рынка до потенциально вот этого, цена, как вы можете видеть, выросла очень сильно с 4000 на 20 условные. Но при этом, как вы можете видеть по осциллятору, как и по RSI, так и по сайферу, если провести линию по нижним его границам, то становится видно, что мы находимся в более перепроданных сейчас значениях по осцилляторам, чем тогда, когда цена была 4000. То есть, что я хочу сказать, ребят, вдумайтесь. Мы сейчас технически по индикаторам более перепроданы по 20 тысяч, чем были по 4. Понимаете мысль? Почему вообще сильнее скрытый бычий дивер? Смотрим сюда, опять же. Здесь такая же тема была. Предыдущее дно, следующее дно, скрытый бычий дивер. Как он отработал? Вы сами все видите. Вот. Что будет сейчас? Ну,
Мое мнение вы знаете, решать вам, конечно. Я полностью вообще всеми руками и ногами за лонг. Абсолютно похожие были, кстати, настроения у толпы, когда мы были вот здесь. И мне сегодня написал человек, подписчик из Германии, что он смотрел вот то видео, когда мы были вот здесь на 4000, и тоже никто не верил, никто не говорил о крипте уже, никто не интересовался, все уже все давно слили, и биржи пустые начали пампить цену. Я думаю, что сейчас у нас будет такая же плюс-минус тема, друзья, поэтому я продолжаю держать лонги, я вижу пробитие. Меня, конечно, тянет уже начинать разгружать прибыль, как трейдер я частично разгружаю прибыль, естественно, но вот я отдаляюсь на BitDAO том же самом и вижу, что, блин, ну какой тут, какой разгружать прибыль, ребята, реально, вот здесь. Если вы еще вот здесь вот аккумулировали лонги. Поэтому смотрите, тут надо действовать осторожно, но не упустить возможность тоже. Вот, я, собственно, сейчас стою во всех этих лонгах, в кросс-марджине тоже стою, буду делать подробный более об этом скоро обзор. Краткосрочно по битку, ну что, я вам сейчас просто важные вещи сказал про дивергенцию, реально. И краткосрочно, ну что, вот мы пробились, вот мы уперлись в технически, теоретически возможный уровень сопротивления локально, но может быть мы и скорее всего пойдем сразу сейчас закрывать все падение, на мой взгляд более вероятно, как мы сделали уже давно по лайтку и по дэшу. Я думаю, что мы сейчас увидим такой шорт-сквиз, что мало не покажется, и на 20 тысячах мы не остановимся. То есть локально, вон, это прямо сейчас происходит пробитие 18 тысяч, я всех поздравляю с этим. Но поскольку вы смотрите это в записи, то это уже, конечно, чуть позже. Сейчас уже, наверное, не происходит пробитие. Возможно, мы даже откатились чуть ниже. Напишите в комментариях, кстати, как у вас дела вообще. Вы за лонг, за шорт, за бычий рынок, за медвежий. И поставьте лайк этому видео, не забыв нажать на колокольчик, друзья. Ну что мы можем локально с вами на 4-часовом таймфрейме предположить по битку? Вот эта желтая точка отыгрывает. Да, RSI уже выходит в зону перекупленности, но он там может долго находиться. Вот зона между 0.61.8 и 0.5. Мы идем прямо в нее безоткатно. Помните, как я и говорил, что вполне возможно произойдет. Поэтому я думаю, что надо сейчас в приоритете держать лонги и не выебываться, дорогие друзья. Ну а у меня на этом почти все. С вами был Гриня. Смотрите, кстати, стакан-то шевелится. Стакан шевелится. Заявочки идут. Вон сколько шортистов хотят продать биточек дешевый. Смотрите. Посмотрим, как их вынесут сейчас. А также напоминаю, что через 4 дня запуск Medieval Empires на Bybit, игровой токен, 19 декабря. Для этого нужно стейкать там, ой, не стейкать, а стоять в лаунчпаде вот здесь вот и держать BitDAO на балансе и нажать там ОК, да, я участвую, все дела. Короче, сейчас пока просто держать BitDAO на балансе. Вот, с кастой тоже все нормально, крышесносные новости грядут. Я вот сам докупаю и всем друзьям советую докупать касту, потому что она сейчас стоит очень-очень дешево. Прям, ну, как бы по цене реально, считай, почти по инвесторской цене можно зайти. Вот, но дисклеймер, не финансовый совет, все ссылки в описании. Помните, ребят, что вы на самом сильном альтернативном криптоканале в РУ-сегменте CryptoCommons. Мы всегда рады для вас стараться. У нас есть второй канал, где мы переводим лучшую криптоаналитику зарубежную специально для вас. И также, конечно же, офигенная, децентрализованная крипто-комьюнити в Телеграме. Вступайте обязательно в наш Телеграм-канал и Телеграм-чат, ребята. Мы никого не баним, стараемся, по крайней мере. Ну, только за жесткач, за откровен. Вступайте в чат, общайтесь, делитесь идеями, ребята. И пишите мне вопросы, я тоже вам обязательно отвечу. И что тут скажешь? Сейчас будет супер-мега-памп. Я вот все, что я могу вам сказать, реально отдаляясь на дневочку, что будет супер-мега-памп, скорее всего, вот к этим средним значениям, я вам говорю, это у нас 35 тысяч долларов. Ну вот куда-то туда в течение там Нового года плюс-минус, может быть, к весне. Я думаю, что биток мы увидим. И альты, соответственно, тоже подтянутся. Альты покупать сейчас неплохая идея, я думаю. По поводу бирж паниковать, ну, блин, в меру, конечно, стоит. Но, не знаю, все эти proof of reserve сейчас там у них темы пошли, да, что... Докажи свои средства, проблемы у Binance, которые он вроде как всегда разруливает. Короче, это все фуд на самом деле. Понятно, что резервов там нету нифига столько, сколько нужно. Это и понятно, ежу, и как и в банках. Если вы придете забрать все деньги, их там не будет. Но и понятно, что при этом все работает отлично, репутация есть, CZ нормальный чел. Вроде и Binance, и Bybit все работают. Но, сами понимаете, не ваши ключи приватные, не ваши биткоины. Поэтому, чуваки, держите большую часть средств не на биржах, торгуйте на меньшую, торгуйте осторожно с риск-менеджментом. Сейчас нам дают возможность заработать, даже тем, кто налосил. Поэтому давайте ее не терять, а брать инициативу в свои руки. Потому что иначе, я вам говорю, слабые как поступают. Они здесь все вышли, продали и не... И, да ну в жопу эту крипту, вон мне пишут знакомые. И вот я говорю, все, это сигнал дна, дружище. В жопу эту крипту я покупаю. Всем тузаму на профитроле, всего хорошего, уже третий раз прощаюсь, давайте до встречи, ставьте лайк обязательно, стоп, тейк, скоро увидимся, пока.